Добрый день, друзья. И сегодня пойдем гулять. Пауш. Пауш. Да, поговорим. Ты такой большой рыбец. Ты такой большой шутверк. Смотри, как здесь красиво. Ну, что ж. Да, ауш. Друзья, это удивительная история, и я опять, вот, я что-то последнюю неделю все плачу и плачу, потому что этот ребенок родился тогда, когда Олега Алексеевича посадили. Да, вот такими вырасти успели львята в парке Тайган, пока я сидел, представляешь? Я сидел, а ты здесь рос. Да? Здравствуй! 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 И посмотрите, как он никогда не видел Олега Алексеевича. Ну посмотрите. Царевич. Ты царевич, да? Ты царевич. Да. Ты царевич. А ты лев уже? Тебе уже 3 месяца? Тебе 3 месяца, да? Тебе 3 месяца. Он как будто понимает. Да. Да. Да? Кто там? Кто там ходит? Кто там ходит? Кто там ходит? Да, большой такой вольер у тебя. И он такой, кто на меня с папой, да? Да. Да. Скажи, папа, мы 3 месяца не общались, ты будешь ко мне приходить? Да, скажи, среди львов ходят легенды. Красиво. Красиво, красиво тут. Красиво тут, тут красиво. Хорошо, да? Он да. Родился слабеньким, Олег Алексеевич, очень. Он боролся за жизнь. Вот как он сейчас? Да, в прекрасной форме. Бутуз, крепкий, сильный. Ну, ему не хватает компании, конечно. Компанию тебе надо придумать. Компанию, чтобы ты был в компании. Ну да, пауш. В компании рос. В компании. А там как раз царевна подрастает. Да. С кем он его тоже вместе сейчас с ягуарчиком. И будет компания. Живи. Живи, бежи, бежи, бежи. Все, бежи, я к тебе буду приходить, хорошо? Все. Все, все. Он все, обнимается. Пока. Ой, обнимается. Скажи, главное, папа, чтобы тебя не забрали. Бежи. Опа. Царевич, конечно, за Ольгой Ивановной такой. Чап-чап-чап-чап-чап такой. Сейчас я сына открою ему там, чтобы он зашел. Такой живот подставляет. Такой живот пузятый. Пузяка такая, да? Пузяка такая. Пузяка такая. Ай, да, пузяка такая. Ух, какой пузяка. Пузяка такая. Все хорошо. Скажи, нет, не хочу туда.